А, может, рекламку жгнем, какой-то прикол. Блять. Чего? Да, тут Technicolor 2, наверное, не нужен. Я сейчас затестил его. Совсем пиздец на этой мапе с ним. Скорее мешает. Че ты? Ты смотришь видос, что ли? Блин, я тоже хочу посмотреть. Сейчас буду видос смотреть время в целом. 13 секунд. Бля, БР в армии все равно был самым пиздатым, сори, конечно. Но это просто... Какая армия? Да блин, ну это не мейн игра, в нее же там мало по-любому играют. Тем более хардкор. По выходным нормально собирают все серваки. Потому что со стримом по-любому будет еще больше собираться. В чем смысл в нее играть-то вообще? Мне тоже так кажется. Но все играют в папку, турики по папку, зачем играть в арму? Тальгировать. Да нет, то, что было в прошлом, нужно оставлять в прошлом на самом деле. Так и есть. А почему я выпрыгнул? Меня выкинуло. Нормально. А, тут весь сервер выкинуло. А почему? Весь сервер выкинуло. Посмотрите назад. А почему? Да-да-да. Куда летим? Бывает. На Крумасию? Да. Пойдем, блядь, меситься в самый низ, вот этот городок. Я тоже сдавал. Блин, такое было, кстати, в армии, по-моему, тоже. Только там бывало, что все повелялись в одном городе просто и разбегались. Как во второй. Может, это типа режим такой или что? Ща будет мясо, ребят. Мне кажется, сейчас все хуеют от лагов. Я уже на самолете на парашюте, например, просто чувствую эту хуйню. Да-да-да, мне тут лагает на парашюте, блядь. Жестко. Меня не лагает вроде. Если приземлишься... В этой катке это будет это... Не понял. Почему? Я нашел винчестер без патронов, это нормально? Чё? Нет, там должно быть... Ну, МЦП? Ясно, короче. Я тут просто, блядь, в стену вхожу. Чё, ясно? Лагает, типа? А, я понял. Ну, да, у тебя нет? Да, да. Ехали, блядь. Тестим, ребят, тестим. Ебать. Тестим, да, сервак. Ебать. Ебать. Вы чё, ебанутые? Так, господи, не могу по лестнице подняться. Ты... Бля, вот это боль. Как это играть? Нормальный револьвер ебошит. А винчестер ребёт или хуйня? Норм. Винчестер, да, открыл, вот хороший шарбаншот. Я типа по дому... Ага, вижу. Но в тело игры вообще не нравится. Понял. На домен соседям челами. Ваня, ты стрелял. Я люблю тебя. Пиздец, саки. Квартируются все. Щебанца можно. Слышал, тут тихо, тихо. Спекля давал, не? Вань, тебя не слышно сейчас. А я что, не говорю ничего? Да кто тут точно рядом есть? Просто пол сервера примерно. Есть сигнал, типа. Да? Я убивал тут людей. Я, кажется, лаги. На битву. Чёрт. Пиздец какой-то. Я в голову дал чел с винчестера, он не упал. Чё за фигня? Слышь, как где? У меня в доме, давайте пойдет. Убил. У меня в доме, давайте по-моему. Дом Риплис. Винчестер какой-то тотал. Помойка. Ну в тело, типа он... Да я вроде в голову дал, типа. Я реально двоим в голову дал. Ну, одному я точно в голову попал, у него был первый шлем, по-моему. Все, Игорь, пожалуйста. Не Ваня. Мы тут разъебываем.
Ебать телепортируют. У меня в доме час с дробовиком. Вот это я хедшот был жесткий с револьвера. Пес тут трупов просто. Еще есть? Да. Ну, касочка. Вижу с дома, но я не хочу стрелять, у меня прицел нет. У меня тут типы в доме. Ты нокнул, да, его, Вань? Да. Ты же гранату взял? Да. Покинь на третий этаж. Один еще в вашем доме должен быть. Да, да. Он спрыгнул только что ли сейчас за углу? Не знаю. Или ты тут прошелся? Господи Иисусе! Я М-ку возьму. Ой, ой, ой. Калка. Даже прицелы какие-то были, нет? Я взял этот милишный. И все. Еще один кто-то приходил или что там? Все дал интересный геймплей, он крутится что-то в одной комнате до сюда. Должен быть, да, тип у меня где-то. Ладно, давай. Наберешь как это. Как пройдет у тебя пост полтергейст. Уже, кстати, не так лагает. Хех. Так все подыхали. Да. Или разъехались. Че по кругу, кстати? Лол, мы не в круге еще оказывается. Жопка на эмку нужна? Да. Пятерочки есть у вас? Нет, у меня 60 всего на двух оружия. Туалет, не, экстра. Какой-то. Если нам на круг, у нас есть тут буханка. Он все-таки Скуби-Ду? По-разному называют. Либо булка. Да, я бы... Попробуй бежит. Бежал левее. Да, там. Я скинул жопку, кстати, там пациент. Ладно. Забей. Два попадания. В третьем шлеме. Угу. Блять. Есть аптека у кого? Да, скинул. Крек есть. А где первый? Он так, тут бежал. Может здесь за ящичком? Крек я взял. Только он тут бежал. Нет. Его убили. Дальше вроде бы был, не? Да вот тут. Ездят что-то по мосту. На мосту засада. Да-да-да. Давайте вейсер год какой-то.
А вот, нашел его, Вань. Да, лутайте уже, я побежал. Ксава, прицел были какие-то? Нет у него? Если были, возьми плюс. Блин, нам в круг надо. Где там буханка была? На дороге, под мостом. Эй, бог, через меня поедете на своей буханке, сыны. Я тут это, пытаюсь мост убить. Как-нибудь там, может, под мостом может проехать. Еще будет красиво. Ну, у меня тоже пехом тогда. Психодал возьмешь? Мост с залом не попробуем. Чё, блядь? Чё? Как он упал? А я его убил? Или чё? Окнутого ты убил, да? А, да, я убил. Блядь, дилей был. Банумба. Там К4 есть. Я взял. Килки там есть? Нет, да. Даже так. Чем ничего. Три-четыре бандажа. Х4. А? Х4, короче. У меня три аптеки, 5 бандажей и 1 буст. Тут Х4 есть, вот тут много чувак. Я поехал. Круг, короче. Есть какой-то снайперка, да, нет? Снайперка есть? Флешки. Да, есть, крэк. Понял, я больше не позадам. Надо тебе хилки бусты что-нибудь быстрее. Да, хилки бусты. Давай фулбу сделаем. Пицел мажики, фулбуст у вас там. Блин, какой же медленный этот пикап. Давай я могу повезти, я фулбуст, ты похилишь. Я фулбуст тоже. А, да. Может, я хп меньше. Игорь, ну в таком замесе выживать сильнейшим. Да. Блин, а если пересесть на второе сиденье, ну-ка. Блин, машина начинает тормозить почему-то. Что-то бред. Так, это не круто, она должна на нейтралочке катиться. Она должна, короче, чуть-чуть разгоняться. Ты пересаживаешься, хилишься, а потом обратно за руль. Но, блин, что-то тормозит слишком быстро. Не круто. Ну, кстати, да. Психодел, держи ровнее. Ровно держу. Все красиво. Бинты, кстати, или хилки это прерываются на кочках. Я прям напрямую сейчас связал, у меня прерывалось почему-то. А, не, я не пересел просто. Понял. Ёбаный круг. Это рофл, что ли? Кек. Вот не тянет. Чё-то буханка на дороге. Под бензин крутается. За буханки, блядь, по дороге. Как же переключать передачу? Чувствую, как он это задыхается. Он
меня бензин закончился. Подберете, ребят? А. Взять. Хотя тут вроде что-то есть. Так что, есть? Да-да. Ну-ка, хочу потестить. Не, нельзя. Тут у вас дым черный валит. Масло попадает в движок. Так, а дайте аптеку, плиз. Надеюсь, он не трехколесный, блядь. Это лучше. Вообще, тут есть трехколесный? Да, лучше. Да, есть. Вот, я на спортике чисто. Лакерок. А на тут нет какой-нибудь, слышишь? Не в курсе. Ну а ты скачешь. Я еду по дороге. Ну, спереди что-то стоит вроде. Блоч. Наберете, я. Сука. Вроде. Идеально. А тут тоже бензина нету, слышишь? Что за бред? Господи, Иисусе, да. Тачку помечу. Но она в камне застряла. Сейчас мы спищем. Это было сильнее. Я пока бензин поищу, на всякий случай. Так, кажется, так это не сработает. О, нашел бенз. Погнали. Хорош, хорош. Хорош. А вы еще живы? Хорош. Пойдем плотненько. Тачки еще въебал. Очки. А вот и нашел. Что тут было очень интересное? Бенз фуловый почти. Я этого чела сейчас кончу. Чикпад. Короче, от бомжи тоже какие-то. Фулл буст. Нет уж. Так что, флешка? Пусть ты есть там? Мы сегодня будем или не сегодня? Не знаю. Ты спроси, Андрюхи. Да, Андрюх не будет, по-моему, ничего. А, это флешка дашь? Под. Да, давай только поедем сначала. Потом да. Ты что-то взял? Ну, потому что. Ты даже не спросила, говоришь-ка? Ну, я даже не хочу, потому что он недавно играл в третий Диабло. Ему надоело. Ну, он, наверное, один играл, или что? Да, ну, еще. Да, блин, кто-то спрашивал у него в чате, он сказал, не будет. Ебаный в рот. Ау. Держу ровно. Хорошо тебе. Блин, тут неужели настолько тут медленнее пуля летит? Я даже не вижу ее. Да. Она, во-первых, медленнее летит, во-вторых, замедляется еще со временем. Но падает это, быстрее. Но это, по-моему, не особо реалистично, нет? Нет, в армии то же самое вообще. Разве? Блин, тропа больше. Ну в армии там трассер хотя бы есть, а тут нет, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Аккуратно.
можете типов, типы на СС. Дашка. О, все, он мой. Подкинчик, пацан. На сколько в тебя попасть надо, блядь? Опять ты кричишь. Сука, ты видел? Где он там? Ёпанец. 5 раз в него попал. А, я, кстати, видел какой-то клип, где чел 7 раз попал, блядь. Это еще что, нахуй, блядь. Я, правда, я помню, прикольно. Попал, типа, он... То, что там можно ногу, допустим, сломать. И чел будет еле идти. Вот на С-85 за пригорком. А, видел. Далеко там. 190. Да. Самое глупое, это. Сдохнуть просто сейчас. В смысле? Когда ты уже выжил в самом начале вот этом лютом. И сейчас сдохнуть, когда я ехал в круг хрен знает сколько. Кстати, 14 человек осталось. А дробовик тоже ваншотит или нет? Так вот, еще стреляют с другой стороны. Они стреляют. Там нокнули в одного похода. Откуда стреляют? А, ну тебе туда. 190. 190 я стреляю. А там еще кто-то, говорят, стреляет. Мне показалось. Возможно, с вы откуда стреляли? Возможно, да, с вы откуда. По тем типам, типа. Да. Типа. Ну, видел кого. Прямо откуда? Корда, что ли? А, да, вижу. Я так понял, ты где-то супер далеко, да? Или шо? На DS-15 был, типа. Я заебался уже. Смотреть, это X4 просто. Да, без X8 тут такое. Я видел, вон у камня там. У дороги камень слева там большой, он за ним с правой стороны пикал. На СВ ровно. Бегает там что-то куда-то. Бежит левее. Вот кажется, было далеко, но это было не так далеко, как казалось. Псих, ты едешь? Да, поехали. Я проебал, где они были. А так, мы смотрим туда. Ты так ебешь. Как мне новая мапа? Не знаю, sometimes. Я первый раз зашел в тест, тут скорее не в мапе дело, а в новой стрельбе, в новом интерфейсе. Очень непривычно, неудобно. Как будто первый раз вообще в игру в эту зашел. Совсем все другое. Надо привыкать. Арма? Долго. Че? Нормально мне так интересно, видит меня кто-нибудь? Травка не прорисовывается. Непонятно. Да, нифига ты делал. Упал. Эх. Ребят, охота их пристрелить. Упал. Слева откуда 195. Они сзади? Так попадают. Видишь? А, ты упал, лол. Сори, я не видел даже.
Пижама, че ты флешка? Нет. Мне бы не стыд. Не, че. Я так понимаю, Ваня реально не ебашит в тест, да? Не умеет. Куда они делись? Они проехали мимо тебя или что? Одного я нокнул тут. У вас на горе будут типы сверху, скорее всего. Подниматься со стороны 190. Там кто-то есть, они за кругом пока. Ну да, они за кругом. Тут нет укрытия, не особо хочу стреляться. У них там фанучески. Они... Я видел, как чел наш прыгнул. Они все сдохли все? Да, да. За кругом сдохли. Слушайте. Погоди, а это ваш? Да, ваш. У вас тоже в чате вот эти боты спамят, которые Крейн с Коттом? Да. Да, да. Да? У тебя стоит фолловер мод? Да, час стоит. Но они, получается, фолловятся и потом просто... спамят? А там хакает тоже людей, они. Даже слабы какие-то могут... А, да, да. Че, да. Полутаем, пацаны? Да. Хуя себе. Бля, до сих пор этот лут, сука, лежит. Блэс оранжа. Че ты ищешь? Ничего, я просто в церкви зашел. А есть бустеры у вас? Я 10 уже. Да, есть. А че там заглушитель или у тебя уже и он юзается? Хил, так это мы обсуждали уже. Час назад. О-о-о. Если не два. Еще и флешхайдер. Густые скидывал, компенс на снайпу скинул. Так, а что, густы будут, нет? Ну, я скинул, блядь, так вот дома я сказал, я скинул. Понял. Я очень давно. Как мы за углом поворачивали в скалу, если ты понял, чем там оста. Блин, с решейдом намного все четче видно. Без него это пиздец крохи глаз. Смотри, конечно. Капец, у меня позишн тут лютейший. Жаль, что меня отсюда тоже могут снять, конечно, изи. Это скидывал там, где чекпад скидывал еще, да, Флэр? Бах. Да, и еще раньше. Это... За углом. Раньше? Я же говорю, где мы за углом поворачивали с тобой? Церковь это. Или что-то. Блин, Игорь, там, короче, в центре город есть лос, что-то там вот этот Леонас, и там есть стройка, там, короче, можно наверх забраться, капец, как высоко. Я там сидел. Просто весь город оттуда видно. Топовая тема. Это примерно как это, как сидеть над этим, над верхним дефолтом на Баскаде. Над верхним деф... Че, не помнишь уже? Ну, ты скалы имеешь в виду? Пол нижний? Да, да, да. Не, дефолт я помню. Над верхним на скале, блядь, на скале. Ну да, там прикольно. Я, кстати, оттуда, по-моему, самый дальний кильчик давался снайпы. Когда да, я стрелял по челу, который помню ногой. Там 1000 с чем-то, 1100, да. По-моему, метров. Это жестко было. 8 человек, как минимум один еще у нас где-то. А на чем он ехал хоть? На тачке, на пикапе. Я вижу бездонной гелик. 85, за этой хуйней. С головой. Ёбаный стыд. С чего он дал тебе, Вань? Я гелик. Ставлю сейчас метку. СМД-24, вот здесь. На метке синий, слышишь? Че дал слышать? Я метку синюю поставил. Ну, я ему вон в голову он... дал, типа, этому. Там еще один в гилике. О, все, сдох. Вань, поднимешь? Вон прыгает. Нет! В смысле сдох? Нокнули его. Ты где? Правее дерево, пижамка, ты кто? Че, я убил, типа, или нокнул? Я убил его. Все. Бля, идите нахуй своими никами, просто идите нахуй. Че, я сделал ник свой. Чел сделал ник, хуй знает, просто пиздил ник. Пижамыч, флешка. Так ты сам сказал. Так а хули до этого я спросил пижамыч, кто? Сказали Ваня. Уйдите нахуй. Где тут? Да, не все по ней сказали. Это М24. Или ты спиздил уже? Я же взял. Снизу. За дорогой, по дороге бежит. Прям сковородку, конечно.
реально дилдаки висят. Один чел жив. И он что, спиздил мой фраг? Или что, я не понял. Я, блядь, за свой фраг и двор нахуй стреляю в упор. Че, только этими квикскопами? Давай. Блин, тут розовый, кстати, хреновый представитель. Да ты заебал! Это, кажется, не квикскоп был.